Привет, друг, с тобой Эвен. Сегодня 1 марта, первый день весны, и не так я планировал его встречать, как и всю предыдущую неделю. К чему я это? Почему ролик опять озвучивает бот Максим, и что со мной случилось? Сейчас разберемся. Начнем с того, что случилось. А случился пиздец, причем для всех. Если кто не знал, то я из Украины. Я не буду об этом много говорить, ведь у нас более автомобильный, развлекательный контент, но немного расскажу. Хорошо спалось, 24 февраля, до момента, когда начали массово прилетать снаряды по Украине и объявили войну. Я думаю, не мне рассказывать, что происходит на войне, большое количество невинных смертей, вместо зданий стоят одни руины, в общем пиздец, что-что, но войну в 21 веке никто не ожидал. Айда, если вы не разделяете мое мнение, можете отписываться. Но я надеюсь, здесь есть здравомыслящие люди, либо люди, которым пофиг на политику. Продолжаем. В такие тяжелые времена я считаю не очень уместно выпускать ролики развлекательного характера, хоть это и позволяет отвлечься от реальности, но все же, нет. Не переживайте, ролики у меня записаны, смонтированы, загружены, оформлены и готовы к публикации. Один из них, кстати, с офигенными перебивками, может даже и с лучшими за все время. Этот ролик записан, чтобы разъяснить ситуацию, что происходит с моим каналом сейчас. Интересный факт. Этот ролик полностью записан и сделан на телефоне, и это вторая причина, почему не будет роликов. Поэтому на канале, к сожалению, вынуждена пауза контента на канале. Но есть одно исключение. Если эта вся ситуация затянется надолго, то я буду выпускать по ролику, чтобы вы меня просто не забыли. Когда все будет хорошо, мирно, тихо, топовых видосов, рубрик, которые вы так любите, будет на канале предостаточно. Теперь хочу обратиться ко всем братьям с Украины. Держитесь вместе, мы сила. Я уверен, что скоро все это закончится и будем жить спокойно, как и до этого. Слава Украине! Также спасибо за поддержку людей из других стран, нам очень приятно. Ты тоже можешь поддержать нас и канал. Кнопки подписки, лайка и комментария всегда для тебя активны. Ну и по классике, с тобой был Эвен, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока.